Высоцкого 2. Меня зовут Анна Вячеславовна. Сегодня в 5 утра неизвестными лицами было установлено вот это сооружение. Оно в районе 80 квадратных метров, непосредственно в близости от дома, 4 метра от окна. Кто это, что это за сооружение, кто давал эти документы, остается неизвестным. Люди возмущены данным фактом. А интересовались мнением людей, нет? Интересовались мнением людей, люди возмущены, люди очень удивлены, и сказать, что люди в шоке, ничего не сказать. Потому что такую громадину поставить в непосредственной близости возле дома. Перед этим были спилены деревья для расчистки, я так понимаю, площади для вот такого огромного сооружения. Мы обращались в управление торговли и звонили в МЧС. Конкретных действий никаких с этих органов не поступало. Сказали, что писать заявление. На этом все. Понятно. Все, спасибо большое.